Обалденные квашеные помидоры. Рецепт проверен, готовлю их каждый год. Кладем листья вишни, смородины, но если нет, главное чеснок и можно укроп. Выкладываем помидоры. Я взяла 5-литровое ведро пластиковое, но можно и в банках засолить. Таких помидоров много не бывает. Очень вкусные, улетают на раз. Помидорчики получаются газированные, как бочковые. Рассол будем готовить сухой горчицей, поэтому плесени не будет. Итак, 2 ложки соли, 1 ложка сахара и 1 ложка столовой горчицы на 1 литр холодной родниковой либо фильтрованной воды. На мое ведерко 5-литровое получилось 2 литра рассола. Помидоры накрываем крышкой, если это банка, пластиковой крышкой, и отправляю я сразу их в погреб. Через 2 месяца они готовы. Но если погреба нет, оставляем их при комнатной температуре на 3 дня, чтобы они закисли, и отправляем в холодильник.